Приветствуем наших самых маленьких участников конкурса. Это первый А-класс, их театральные постановки «Стрекоза и муравей». Встречайте. Попрыгунья стрекоза вечер весь кино смотрела, оглянуться не успела, закрываются глаза. На удобной на кроватке стрекозе сон снится сладкий, будто все ее тетрадки в идеальном шампорядке. Утром надо просыпаться, снова в школу отправляться. Злой тоской удручена, муравью ползет она. Не оставь меня, кумилы, не учиться нету силы. Только я хочу сказать, дай домашнюю списать. Кумушка, мне странно это, но скажи ты по секрету, что ты делала вчера? Отдыхала до утра, я на улице гуляла, дома пила да плясала, поиграть еще успела. Полежала да поела, посмотрела, ералаш, ты списать, когда мне дашь? Тебе тетрадки жалко. Ну ты стрекоза нахапка. Знаю, дедушка Крылов очень любит муравьев. Нас же, бедных стрекозей, не считать за людей. Да, мне крупно повезло, что не стал я стрекозлом. Получить образование невозможно.